С 1 сентября в лице имени Николая Ивановича Лобачевского КФУ стартует новый проект под названием «Медиакванториум», который поможет раскрыть учащимся лицея свои таланты в фото- и видеоделе. По-прежнему за человеком остается главное – это способность коммуницировать. И мы считаем, что вот эту возможность строить свои коммуникации, кооперировать с другими людьми, дает проект, который стартует 1 сентября в нашем лицее. Он будет называться «Медиакванториум». В рамках проекта будут работать 4 взаимосвязанных направления – фото, видео, блогерство и пресса. Эти направления будут курировать профессионалы своего дела, которые, в свою очередь, смогут увлечь и заинтересовать ребят. Курировать данное направление от университета будет директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Леонид Толчинский. «Медиакванториум» – как раз одна из тех площадок, которая позволяет нам решить вопрос о ранней подготовке детей, потенциальных наших абитуриентов, к профессиональному владению медиаинструментами и участию в качестве будущих профессионалов на медиарынке. Медиакванториум будет встроен в систему дополнительного образования лицея. Также допустим тот вариант, что многие предметы будут интегрированы в систему кванториума. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.